Чем раньше, тем лучше. В этом году в регионе должны появиться новые существенные меры поддержки женщин, родивших первого ребенка. В Тюменской области и в стране в целом идет снижение рождаемости. В детородный возраст вступает поколение 90-х, а тогда случился демографический спад. Плюс к этому растет возраст женщин, когда они готовы к появлению первенца. Теперь это 28,5 лет. Мне кажется, принять решение родить второго, третьего ребенка принимается все-таки легче, нежели первого. Во-первых, уже и опыт есть, да и вещи какие-то могут остаться, да? То есть какие-то такие уже, ты уже понимаешь, как это происходит. После третьего, мне кажется, уже количество значения не имеет. Вот. И с учетом совокупности этих факторов, мы сейчас размышляем о том, чтобы внедрить региональные меры стимулирования поддержки как раз первого рождения.